Всем привет! Сегодня у нас будет видео и турецкое, и психологическое вместе. Турецкое, потому что я пришла к теме этого видео, исходя из ваших писем. Но это можно отнести, в принципе, к отношениям любым. Межнациональным или одной общей национальности, когда вы с своим возлюбленным, неважно. Если вы замечали, я думаю, практически у каждой в жизни, потому что психически здоровых людей очень мало, у нас где-то в районе 20% из общего числа, да, мы всегда либо вылечились, либо находимся сейчас в какой-то там стадии своего формирования. Не всем далеко психически здоровы, да. И вообще, в принципе, вот этот ценз нормы психики, он вообще шаткий, он нет одной какого-то деления, сказать, вот это нормально, отступление вправо-влево, это ненормально. Этого не существует, это плавающая вся история от общего состояния организма, психики, в общем, если человека и жизненных его ситуаций происходит. Так психика наша, по сути, и плавает, да, но есть дальние такие, скажем так, рамки, за которые выход в плюсы или в минусы уже пограничит с психическими расстройствами, прям, которые психиатрией являются. Так вот, в письмах очень часто мне одно и то же приходит, я на эту тему не могу снимать, потому что это и индивидуально, и у всех, по сути, одинаковое общее. История такая, что я с парнем рассталась, я пережила, нашла в себе силы с ним расстаться, как бы мне, например, не хотелось, или я поняла, что отношения были больные, нехорошие, меня разрушающие, токсичные, все было плохо. Я понимаю, что он плохой, или он был тиран, или еще что, или я плохо себя вела в отношениях, он мне не подходил, но... Что-то меня в нем тянуло. Или после расставания я не могу без него. Я понимаю, какой он гад и подонок, меня к нему тянет. И он мне давал ощущение, что он меня любит, что я единственная, прекрасная и все в таком роде. Вот в таких ситуациях самое главное для вас понять, что вам не нужен этот человек. Первое, всегда смотрим на поступки. Поступки были плохими, что-то послужило причиной того, что вы расстались с ним, или он с вами расстался, неважно, то есть отношения закончены. Все, что закончено, все, дверь в это закрыта. Отношения были неудобны для вас. Второй вариант, что нужно делать, да, анализируем свои чувства и эмоции. То есть надо отделять эмоции и чувства от этого человека. Да, он мне давал эти эмоции и чувства, но почему именно они меня зацепили? Это самоанализ, да? Почему именно это мне приятно? Почему именно, может быть, приятно было от него? То есть эмоции, ощущения, вы должны понять причину, почему я хочу слышать, что я самая любимая, или там знаки внимания, он меня одаривал подарками, да? Или... Он наоборот, вроде бы мало времени проводил со мной, но чем-то у меня вот эта эмоция, например, мне нравились эти эмоциональные с ним качели, сегодня здесь, завтра там, какая-то нерешенность, мне это так завораживало, или у многих часто, да, вот это бывает, мы с ним ссорились, дрались, ругались, а потом мы классно мирились, примирялись, у нас были там страсть, любовь, и мы дальше, короче говоря, проходила неделя, и опять все накипало, и у нас опять все плохо, мы опять, но мы от этого, вы понимаете, да, со временем, эти эмоции вы тащились не от человека самого, не его качества, да, а от того, что он вам дает. И вам надо понять, какие эмоции вычленить, прямо на бумажку записать, какие эмоции мне к нему тянут, что мне в нем нравится, что не в нем, а вот какие эмоции он мне давал, которые меня притягивают и меня зацепили. Он меня зацепил чем-то, чем понять не могу. Еще очень часто бывает, что я с ним рассталась, он подонок нехороший, но я его сравниваю с теми, кто теперь мне пытается предлагать отношения, или там я начинаю отношения сравниваю с бывшим. И я понимаю, что он плохой, но никто мне не дает вот этих эмоций, которые давал он, поэтому я подумаю, как бы к нему вернуться, как бы возобновить свои отношения, и вся вот эта история. То есть выходит, опять по сути, если вот эту ситуацию рассказываешь девушке переворачивать, она открыто говорит, что он мне не нужен, у нем есть вот то-то, это минус, и мне это не нравится. Но меня притягивают эмоции и чувства, которые он мне давал. У одних это любовь, внимание, у кого-то это даже унижение, оскорбление, то, чему нужно. Кто-то садист, кто-то мазохист, да? Я пытаюсь объяснить, что дело не в человеке, а в эмоциях, которые вас дергают. Следующий вопрос. А почему меня это дергает? Почему эти именно эмоции вызывают у меня интерес? И мне хочется их повторять. Знаете, это определенная зависимость, такая наркоманская, эмоциональная зависимость. Почему я на него подсела? Он как наркотик для меня, я теперь без него не могу. Или я пытаюсь найти похожего на него. И вот тут самое главное, это самый корень проблемы. Проблема, естественно, в вас. Вас это притягивает. И вам нужно себя анализировать и понять, когда это примерно началось. Что несут за собой вот эти чувства и эмоции, которые дает человек? В чем их причина?
Примеров может быть миллион в зависимости от вашей ситуации. Меня не любили родители, оставляли, я была брошенным ребенком, покинутым, или меня воспитывали бабушка, дедушка, тетя, или еще что-то такое, да? И, в принципе, вопрос семьи для меня был очень важным. Я хотела, чтобы мне дарили подарки родители в детстве, и чтобы было внимание, тепло, забота, чтобы, не знаю, мне там косички заплетали, да, платья гладили, одевали. Вот это мне нужно, чтобы меня водили в школу, в первый класс. Но у меня этого не было, да? Папа, мамы нет, бабушка это не могла делать, там, она была старенькая или еще что, да? Я там, меня одели, обули, и в школу там я ходила сама. И эти переживания, вот эти чаяния ребенка в будущем подталкивают, например, завести партнера, который будет дарить подарки, заботиться о ней, одевать, обувать, как быть, короче говоря, родителем, то, что она хотела, но при этом, например, он может быть каким-то садистом. Или ему нужны эмоциональные качели, когда он к себе притягивает, добро дает, потом кнут и пряник, да, отталкивает, обижает каким-то образом, от этого кайфует, как энергетический вампир, наслаждается, а потом вы опять миритесь, опять любовь, ты опять получаешь своего папу, родителя, либо маму, да, который тебе заботится, вяжет тебе бантики, вот эта вся история длится по кругу, цикличность. Если вы отслеживаете какую-либо цикличность в своих взаимоотношениях, говорит о том, что вам этот цикл нужно разрывать. Чтобы прекратить, если вам это не нравится, да, у вас хороший уровень самоанализа, вот это самостоятельно, без психолога, вам нужно прекращать разрывать эти цепочки связей, которые циклично и повторяются раз за разом. Бывают еще, да, у меня мы разные мужчины, разные истории, но сама цикличность отношений и суть повторяется раз за разом. Вроде бы у меня такое несколько раз уже было на консультации, да, девушка говорит, вот у меня был русский муж, были такие-то проблемы, познакомилась с турком, уже с другой стороны, другой менталитет. Я шла от противного, искала себе человека совершенно противоположного там бывшему мужу или противоположного себе, и, блин, опять то же самое получилось, опять такой же результат каких-то отношений. Вот я сейчас стою, например, второй раз в разводе, не знаю, что мне делать, как мне вообще мужчин искать, потому что я опять на те же грабли, по сути, наступила, хотя люди абсолютно разные. Это главное вообще показать того, что проблема в вас. Надо смотреть общее, прям берете лист, выписываете. Например, можно сравнить, там, если у вас цикличность отношений мужчин, там один, там, не знаю, там, Вася справа, там, Дима, черту проводите и пишете. Сначала там плюсик ставите, там, все, что у них между ними может быть похожее. Потом внизу рядом столбики, что между ними различного. Но честно скажу, что похожего будет так много, что до различного вы, скорее всего, и даже и не дойдете. Вы уже поймете, когда будете выписывать столбики с схожими чертами и качествами этих двух мужчин. Вот этот анализ выписывать на листочек, это очень хорошо работает в психологии. Многие этим пренебрегают, говорят, ерунда. Но когда вы не знаете, какое принять решение, вы всегда выписываете вручную плюсы и минусы ситуации, которую вы оцениваете. Вам это очень сильно поможет. Только потому, что когда вы смотрите с третьей стороны, так можно сказать, третьего лица, да, на это все со стороны, вам становится все понятнее. Когда вы это в голове мусолите, обдумываете, у вас получаются эмоции, которые затуманят рассудок, и вы так не реагируете чисто эмоционально на саму вот эту ситуацию, на принятие решения. В общем, вам нужно понять, в чем суть, что вам дает вот эти эмоции. Скорее всего, это не мужчина, вам, ну, как бы дает мужчина, но вас дергают внутри что-то другое, что было оставлено в вас родителями, другими отношениями, какими-то жизненными ситуациями другими, либо какими-то больными ситуациями, травмами, психотравмами и все прочее. Что-то, что сформировало вас эту тягу к вот этим эмоциям. Поэтому девочки, которые расстаются с мужчинами и с мужчинами на расстоянии, да, мне очень часто пишут, что он такой говно, такой плохой, но он живет в Турции, я готова сейчас прямо сейчас вот бы позвал, сейчас бы побежала, полетела за свой счет, купила билеты, настолько я его люблю. Не его вы любите, потому что вы уже назвали его плохим. Вы уже знаете его минусы, вы с ними не миритесь, вы не закрываете на это глаза. Вы знаете, что вам это не нравится. Но вы бежите, перепрыгивая, скажем так, этот нюанс, вы ни на него глаза не закрывая, вы бежите за своими эмоциями. Вы наркотически зависимый эмоциональный человек. И потом, когда вы получите свою дозу эмоций, наркотик этот получите, вы опять вернетесь к этим минусам, которые вас бесит, раздражают, которые вам в нем не нравятся. И опять начнется вот эта цикличность, бег по кругу. Так что в конце видео сейчас подытоживаем, да, что нужно делать. Понять, вычленить, какие эмоции, прям можно их выписать, меня дергают, что мне хочется. Мне хочется слышать слова приятные, что меня любят, как пример, да, что там, внимание, что он такого особенного делал, чем он вас зацепил.
заботы. Обычно у всех это забота в основном. Проблемы нелюбимых детей или недополучивших внимания – это забота от мужчин с такого сильного типа плеча. Но при этом что-то плохое параллельно мог делать в отношениях. Выписывайте эти причины эмоционально, что вас зацепляло. Попытайтесь разобраться, проанализировать, а почему мне важны эти эмоции, что они мне дают. Если бы на его месте был другой мужчина, но давал такие же эмоции, я бы тоже его любила, он бы тоже меня зацепил каким-то образом. Анализируйте. Если ответ на этот вопрос «да», то дело однозначно не в этом мужчине, особенном и прекрасном. Дело в вашем, почему вы застряли в этих эмоциях. И далее, если вы видите и оцениваете вот эту цикличность, что это не первые ваши подобные отношения, не первый мужчина, и либо с другими просто людьми, не в отношениях партнерских мужчин-женщин, а просто на работе вы что-то как-то так же себя проявляете, с друзьями, ВКонтакте, понимаете, что это ваша личная проблема, этот цикл надо разрывать. Просто в прямом смысле соскакивать, прерывать эти действия, что-то вы делаете опять, вот это анализируете в будущем, и себя останавливать, так, нет. Так, Аля, я вот так делать не буду, окей, мы уже знаем, мы это проходили, уже столько опыта. Так, в этот раз мы в этой ситуации поведем себя по-другому. И с этим мужчиной я там знакомиться не буду, потому что он точная копия того, что было у меня раньше. То есть с этим надо бороться. Если у вас не получается это сделать, то, конечно, это надо идти к психологу, который будет разбираться более глубинно. Но попробовать быть себе психологом, самостоятельно себя проанализировать, это сделать, можно вполне, и у вас это может получиться. Чего вам и желаю. Если у вас есть вопросы, задавайте их в комментариях. Если у вас какие-то личные вопросы или желание записаться на консультацию, пишите мне на почту, она всегда в инфобоксе под видео. Спасибо за ваше внимание, скоро увидимся, всем пока.